Эксперты продолжают выяснять обстоятельства пожара, произошедшего на берегу Северной Двины. Недалеко от поселка Рикосиха полностью выгорел джип. Рядом с местом пожара обнаружены емкости с остатками топлива, что явно указывает на поджог. Хозяин авто, житель Москвы, приехал на рыбалку. В поджоге винит местного жителя, с которым крупно поссорился накануне. В деле разбирается следственно-оперативная группа. Сегодня в Архангельске начнется установка новогодней елки на Чумбаровке. Смонтирована она будет к празднику, который состоится 20 ноября на проспекте Чумбарова-Лучинского в рамках фестиваля «Архангелогородские гостины». Место встречи горожан в этот день – пересечение улицы Поморской и проспекта Чумбарова-Лучинского. Огни елки зажгутся в 15 часов. Сегодня Северный Арктический федеральный университет отметит Международный день толерантности. В мероприятии примут участие студенты САФУ и СГМУ, представляющие Туркменистан, Индонезию, Нигерию, Азербайджан, Индию, Узбекистан, Непал, Китай, Сирию, Перу и, конечно, Россию. Гости праздника смогут ознакомиться с культурой различных стран, примерить национальную одежду, продегустировать самые разнообразные блюда. Сегодня стартуют областные соревнования по плаванию «Веселый дельфин». Участвуют более 150 юных пловцов из Архангельска, Северодвинска, Коряжмы, Котласа и Мирного. Будут разыграны 24 комплекта медалей в индивидуальных видах программы вольным стилем, комплексным плаванием на дистанции 200 метров, 100 метров вольным стилем, брасом, бутерфляем и на спине, а также будут подведены итоги командного зачета. Соревнования в бассейне «Водник» продлятся 3 дня. Сегодня Архангельский «Водник» проведет свой первый домашний матч в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Соперником желто-зеленых станет казанская «Динамо». В активе гостей из Татарстана 2 проведенных матча, 1 проигрыш и 1 ничья. У поморской дружины 2 проигрыша и 2 победы, что на 5 очков больше, чем у команды из Казани. Начало матча на стадионе «Труд» в 19 часов. Болеем за «Водник». Сегодня в Архангельске пасмурно, столбик термометра к вечеру опустится до минус 5 градусов. Тип погоды второй благоприятный. Всего вам доброго и помните, каждый час на канале ПС программа «Сейчас в регионе».